Итак, друзья, всем привет! С вами опять Рома Урако и очередная капсула времени. Сегодня речь пойдет о легендарной ВАЗовской шестерке, а именно модификации ВАЗ-21063. То есть здесь под капотом 1,3-литровый мотор. И данная машина 1990 года выпуска, и у нее на спидометре, на одометре пробег на сегодняшний день всего лишь 2000 с небольшим километров пробега. То есть практически новая машина, которая не эксплуатировалась, не ездила и всю жизнь провела в гараже. К сожалению, я не знаю полную биографию этого экземпляра, почему она не ездила, почему хранилась вот без движения все эти годы, хотя в конце 80-х, начале 90-х это был страшный дефицит, за этими машинами гонялись, а тем более аппарат в очень интересном цвете. Это насыщенный вишневый и в сочетании с очень красивым красным салоном. Что касается судьбы этой машины, я знаю, что примерно полтора года назад она продавалась в городе Харьков. И довольно быстро объявление о ее продаже исчезло. Видимо, какой-то коллекционер ее приобрел или же она отправилась в собрание фанату ВАЗовской классики. Ну что ж, не буду вас дальше грузить информацией. Давайте уже смотреть видео и сами убедитесь, что это 100% капсула времени. Что ж, поехали.
Если зум будет за эту машину, надо сфотографировать соседу, показать. А то он... Яка машина, блядь. Дай посмотри, яка. А можно открыть салон с фотографией? Чья машина сейчас уже? Ну что ж, друзья, посмотрели мы этот небольшой обзор ВАЗовской классики. Напоминаю, это была практически новая шестерка 90-го года с пробегом чуть более 2000 километров. Надеюсь, вам понравился данный контент. Не забывайте подписаться на мой канал, ставьте лайки под видео, пишите комментарии и впечатления от данного автомобиля. Также хочу напомнить, что вы можете присылать мне информацию о своих гаражных находках, капсулах времени и просто интересных и необычных автомобилях и мотоциклах на электронную почту. Адрес я указал внизу под видео, либо же в мессенджере, в Facebook, в Instagram, в социальные сети. Я всюду доступен, и если будет действительно интересная техника, с удовольствием опубликую ваши видео у себя на канале. И думаю, вам будет также интересно поделиться им с аудиторией. Что ж, на этом в принципе все. До новых встреч в эфире. Пока.